Короче, всем привет, дорогие друзья. Мы идем ко мне в гости. Да, мы идем ко мне в гости снимать ролик про стендов. Совместно. Дверь открыта. Идем. Давай лифт вызовем. А, со второго. Что, шестой? Угу. Погнали. Погнали. Шестой. Нифига у вас другие лифты. Угу. Что? По-моему, у вас такие же. По-моему, у вас такие же лифты. Да нет, у нас другие. Ну, не знаю. Блин, я выронил кошелек там, походу. Я не... Где он? Он в кармане. Что? Я кошелек выронил. Кошелек? На первый. Идем на парковку. Кошелек. Как ты мог его потерять? Я не знаю. Что? Что, подожди? Это Егор. Это Егор, да. Егор. Чего? Помнишь этот муж? Да. Егор, он везде этот. Спать. Егор, Леха, Слава, я вообще ничего не помню. Что я здесь оказался? Что это за ночь? Не знаю, пойдем. Пойдем быстрее. Что ты делаешь вообще? Короче, это, едем на первый этаж. Нажимайте на фильм. Все, короче. А как ты мог там кошелек потерять? Не знаю, как-то потерял. Ой. Зачем еще кошелек с собой носишь? Мы в магазин вроде с тобой не собирались. Ну, может закупиться что-то там. Ну, ладно. Выходим. Все, хорошо. Чего? Ребят, там с тобой. Я почему-то помню. Что такое? Не влезай, его убьет. Не влезай, убьет. А что за фигня? Что-то написано. Внимание. Парковка давно заброшена. После того, как на ней стали пропадать люди, все стали бояться ходить туда. Никто не оставляет машины. Не входить, убьет. Фигня. Попробуй открыть дверь ключами. Чё? Чё, она без ключей открывает. Чё это с тобой? Это что за дверь? Что за дверь? Не знаю, открывать? Да, да. Всё, давай. Куда ты меня тащишь? Что ты делаешь? Что? Не знаю. Крик нас скотчем заклеил. Как он вообще мог вернуться? Есть что-то остренькое? А, да. Керамбит где-то в сумке. Давай, достань. В кармане. Достал? Да. Покажи, покажи. Вот. Ба. Режь. Ты как куртку случайно не порежешь. Я тебе куртку порезал. Режь. Фух. Да, реально такую кофту порезал. Чекай. Ладно, стоп. Погоди, тут можно много полезных вещей, которые мы можем убить Крика. Вот, чек, он скотч оставил. Как тебе сумку скотч положим? Поставим. Подожди, надо выбираться отсюда.
как отсюда выбраться? Ой, я закрыл дверь на ключ, слышал? Да. Блин, тут очень скрипово. Да, Слав? Да. Мой рюкзак. Нам нужно найти что-то вроде отмычки. Что? Чекай, чекай. Это можно? Ни в какие стороны. Видно, только с той стороны можно. А как мы тогда? Как? Слава. У тебя камера. С собой начни снимать. А то мне тоже скоро все сядет. Так. Как? Что делать? Слава, что делать? Слава. Тут ничего нету. Да я. Да она не открывается. Тихо, почти открылась или нет? Давай, открывай. Тимофей, давай режь его!